Покупки с магазина Укрпромстач на 470 гривен. Значит, я взяла вот такую вот очень вкусную шейку особливо свинячая копчено варено. Тут кило 200. Очень хорошая. Я только не помню конкретно, сколько она вытянула. Сыр по 140. Тут килограмм. 6 сарделек вершковых. И вот такие вот на 200 гривен, по 70 гривен. Тут кило 400 почти. Сардельки переяславские. И пол свежего украинского. Такие вот. Недорого, 470 вроде за такие большие покупки, качественные, но, конечно, и недешево. Но лучше переплатить, чем потом всякую срань кушать. Так, ну и вот обзор покупок моих продуктовых на выходной день. Так, значит, была я в магазине «Лоток», и вот что я набрала. Ну, первое я взяла сахар по 20 гривен, тут уже он... Гречка 32 гривны, по-моему, в чеке посмотрим. Не знаю, сколько взяла, 2 килограмма муки, хуторок. Дальше взяла яблоки Golden, и это я кушать купила. И семеринка, вот такие вот крупные запекать. Значит, семеринка 16 гривен килограмм, Golden 17. Так, и сладкого купила 3 пачки вафель, вот этих очень вкусных Артек, бублики. Овсяное печенье захотелось. И вот такой вот от АВК королевский шарм. Именно вот с такой вот со сливочной начинкой. Ну, копия Буэна от Kinder. Зачем платить больше? На 17 гривен такая упаковка. Дальше взяла макароны спиральки Чумак. Они там, по-моему, по 16 гривен. Дальше взяла упаковочку грибов. Буду их целыми запекать. По 41, видите, как уже уменьшается. Было сколько у нас? 45, потом 44, теперь 41 гривна. На 16-18. Удивительно, что что-то уменьшается. А дальше по консервации. Взяла вот такие вот верес томаты, черри. Я люблю такие крупные помидорки, но у них не было. Вот. Я как-то в Ашане брала, просто поставила в холодильник, забыла показать вам. Вот. Вот такие вот томаты. И очень вкусная баклажановая икра от Вера. Значит, 30 гривен. И тоже там под 30-ку. Посмотрим в чеке. Дальше взяла листовое замороженное тесто. Опять буду делать пиццу. Мне с листовым сейчас больше нравится, чем с листовым дрожжевым. Потому, ну, слоеным дрожжевым. Ну, не знаю почему. Мне кажется, она такая мягче. Так, взяла просто вот такие очищенные, очень вкусные семечки от Сан Саныч. Так, тут одни бубочки, если так уж очень захочется. Так, дальше взяла, как же без икринки, 25 гривен. Сметанку простоквашино 15%. И творожок Славяночка. Это я буду себе кушать. Значит, молочко 2,5% взяла. Вот такие очень вкусные йогурты, но они тут дорогие. Селянские по 17 гривен взяла. Нам с мужем на завтрак, на завтра. Ну, в принципе, и 2 нарезных батона. Вот все мои покупки, которые мне обошлись 430 гривен. Ну, короче, и вот в мясном магазине и за сегодня я потратила 900 гривен. Двадцать восемь томаты. Так, гречана 33,47. Да, ВТБ, согласно, дешевле, но, честно, очень не хочу тянуть. Борошна на 20 гривен, мука. Вот такая вот сумма. Вот, все, всем хороших выходных. Вот, если что-нибудь такое буду интересное готовить для День Святого Валентина, или такие покупочки будут у меня интересны, обязательно вам сниму, покажу. А так, всем хороших выходных, удачной рабочей недели, всех целую, всем пока-пока!